Сегодня с лидером играли, который в прошлом году был в призерах, победил. Какие впечатления остались от матча? Что получалось, а что нет? Впечатления приятные. Ребята отыграли на 100% первый тайм. Об этом и показывал счет. Во втором тайме уже физически немножко подсели. Ну и в результате счет показал. Результат общий. А так ребята молодцы, хорошо играли. Сильные стороны соперника, вот какие, что можно было сыгранные сказать? Ребята, думающие. Видно, что команда играет не первый день и не первый год.